земли особо охраняемых территорий могут отдать под пастбище. Таким образом, Минсельхозе хотят уберечь скот из-за засухи в Мангыстауской области. По словам главы ведомства, риски повторения прошлогоднего сценария в регионе сохраняются. Сейчас прорабатывается комплекс мер для недопущения подобной ситуации, заявил Ербол Карашукеев. Напомню, в прошлом году, по официальным данным, только в Мангыстауской области погибли больше 1000 животных. Причина – засуха. В целом ситуация напряженная. Нужно принимать комплекс мер, мы их все уже готовим. Первое – это организованное хозяйство. Во-первых, рассмотреть возможность по перемещению скота в ближайшие регионы, Западный Казахстан, Актюбинская область, выделение дополнительных пастбищных угодий из запасов лесного фонда особо охраняемых территорий. Также вопрос стоит о том, чтобы снабжение кормами региона точно так же. В случае ухудшения дальнейшего ситуации мы также будем срочные меры принимать, комплекс, который в прошлом году также принимали.